Здорово, с вами Даваска, и как многие могли догадаться по названию и превью, в эфире рубрика «Как зашкварится шмот». Я так понимаю, всем уже поднадоела рубрика «Отдел игрока», и поэтому сейчас небольшая вставочка, как бы расслабление среди моего контента. Как зашкварится шмот? Очень многие мне уже в ВК писали, типа, смотри, вот это уже не настолько популярное, как раньше, снимай видос. Все по вашим заявкам. Итак, первая вещь у нас сегодня в списке — это женские штаны техника. Их добавили в под... А почему мы остановились? А потому что у нас по ссылке в описании проходит розыгрыш на 1000 алмазов. Нужно всего лишь подписаться на 2 канала, сделать скриншоты, перейти по ссылке в описании и под этим постом оставить скриншоты подписки на 2 канала. Итоги 10 июня. Всем удачи! Подарок. Соответственно, они уже не такие популярные, как раньше. Согласитесь? Хорошо. Так, и сейчас переходим к немного необычному. Это добавили новый оружейный джекпот. Ну, как бы и добавляли бы вот этот дробовик, но нет. Они запихали вот эти северные скины. У меня знакомый... Траймерес, он потратил, чтобы выбить вот эту грозу, но вообще он хотел ЛМБ-40 северный, и по-моему он у него есть. Он потратил, чтобы выбить вот эти два скина на грозу и МП-40 около 30 тысяч алмазов. И как бы теперь это есть в джекпоте, и вот эти 4 скина, они сейчас настолько обесценились, потому что может чувак посмотреть 4 дня рекламу, открыть джекпот, и ему выпадет, например, гроза вот эта, навсегда. Дисбаланс, но в принципе... Дисбаланс, вот сейчас многие со мной согласятся, дисбаланс в игре начался с того, когда донатерские скины начали рулить в игре. Вот кто согласен, лайк под видос и плюс в комментарии, потому что, согласитесь, не донатерам стало сложно убивать донатеров, потому что тот же скин северный, у него плюс 2 скорострельности. Нужно обладать очень большим опытом, чтобы перестрелять МП-40 без скина, именно вот этот МП-40. Согласитесь? Согласитесь. Также, естественно, обесценился Титан. Лично я потратил около 10 тысяч алмазов, чтобы выбить либо МП-40, либо Граник навсегда. Но как вы знаете, он мне не выпал. Тоже жестокая обесценка. И вот этих, соответственно, пчела, крылья фараона и гепард. Обесценка. Жестокая. Прямо. А также вот эта граната, она раньше была в джекпоте, когда был звездный генерал, и она была крутая, редкая, а теперь ее снова вернули. Так же как и вот эту гранату с пропуска, но о ней я уже рассказывал. И вот эта та граната, которая я давалась за пополнение алмазов в январе. 5 месяцев назад можно было получить эту гранату, задонив 300 алмазов, и получали ли ее единицы. А теперь тот же и игрок может же 4 дня посмотреть рекламу, открыть джекпот, и ему выпадет один из этих скинов, возможно. Но возможно и золото. В общем, следующая обесценка. Все мы заметили, что вот тут выпадают не только пантера,
еще выпадает механический щенок. Вот эти сеты по 400 алмазов каждый. Котенок. Не понял, два щенка что ли? Видимо, один временный. Собственно, что у нас еще есть в джекпоте? Эмоция котика, который стоит 100 алмазов. И опять скин, который давался за пополнение 500 алмазов 9 мая. Он опять появился в джекпоте. И снова он уценился во много раз. Также вот эти все предметы с наборов индейцев, они опять же обесценились жестоко. Надеюсь, объяснять почему не стоит. В инкубаторе хоть выпадают идеальные вещи, которые можно получить только в инкубаторе. Ну что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр. Всем счастья, здоровья, всем счастливо, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Ты что, не пойму? Мне встать? Вот тот же. Не ставит, представляешь? Нет, я сейчас могу встать.